Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze and Games. Сегодня у нас Звездные войны Галактика Героев, и сегодня будут модули, как ты уже, наверное, понял из названия. Единственный нюанс, что... подожди, я сделаю вот так вот немножко некрасиво, просто потому что надо громкости немножко добавить. Единственный нюанс, что, блин, модули — это все-таки такая себе тема, то есть не особо прикольная, приятная, то есть есть господы и господа, которые не любят данное мероприятие, но без него, к сожалению, абсолютно не обойтись. Я бы и рад, да, увы и ах, не получается. Значит, смотри, мы что хотим? Мы хотим МК-5. Мы хотим МК-5, потому что у нас, в принципе, только МК-5 котируется. И мы хотим, наверное, с Дэшечки начать. С Дэшечки, то бишь, немножечко совсем. Посмотреть, что у нас. У нас есть стрелки. Подожди. Квадраты. Поехали по квадратам, наверное. Сейчас мы пройдемся по Дэшечкам и так дальше уже поедем. То есть по серым, по зеленым, по синим. Обязательно все посмотрим. Может, что-то попадется, может, что-то не попадется. Тут уже, как говорится... Как повезет. Здесь сразу у нас скорость 5. Я, наверное, разок сейчас дам. Скорость 10. Я, наверное, еще разок дам. Скорость 15. Я, наверное, еще разок дам. Ах ты ж, сука. Давай я еще разок дам. Нет, пока не дам. Иди пока отдыхай. Но, блин, слушай, ну неплохо было. Почему 4 я сделал, не знаю. Так, здесь, по идее, можно было, наверное, сразу на 12. Скорость 4. Ну, скорость 4 тоже, конечно, в принципе, имеет место быть. Но здесь только один разок, наверное. Или еще один. Нет, один раз и все. Не хочешь, значит, не надо. 9. Сразу мы делаем вот так. То бишь не 9, а 12, извиняюсь. Понятно, на продажу ты идешь. Далее, давай, наверное, фильтр все-таки квадраты выставлю, чтобы он у нас не слетал на постоянной основе. Сюда 12. 86 тысяч мы на модуль тратим. Продаем за 33. Полтос потери. Ну, как бы в рот компот, ничего страшного. Так, здесь скорости у нас нет. Сразу мимо улетает. Давай сюда, пам-пам-пам-пам, скорость 3. Скорость 3. Я даже не буду с третьей скоростью ничего делать, мне интересно. Вообще, в идеале, конечно, 5. Ну, можно еще что-то с 4 попрактиковаться. С четверочкой. С троечкой же я вообще ничего не хочу делать. Ну, честно, это психологический барьер, который я себе поставил. Типа, есть да, есть нет. И вот троечка — это сразу нет, поэтому это сразу идет на продажу без всяких яких. Далее, так, здесь у нас пусто. Тот, который мы замок повесили, его можно будет еще, в принципе, послайсить. Почему бы и нет? У четверки я даю всего один шанс. Вот смотри, вот если сейчас с первого раза не стартует, то тогда все, идешь нахер. Дальше сюда опять же таким образом скорость 3 улетаешь, до свидули. С одной стороны, можно было бы и троечку попрактиковать, то есть с нее тоже может что-то выпасть, но чаще всего, когда падает троечка базовая, то обычно после этого редко когда идет плюс 5. Вон, 4 плюс 6, кстати, неплохо. Обычно, если 3 пошло, то оно дальше плюс 3, так дальше и будет. На еще раз скорость. Блин, жаль. В тебе был потенциал, но, к сожалению, как говорила мне мать. Вот, дальше сюда, наверное, таким образом тоже нет. Поехали дальше немножечко. Квадраты Дэшки практически подошли к логическому концу своему, но мы еще что-нибудь куда-нибудь. Все мимо, прям все мимо. Модули я не покупал, если что, то есть это все события в фарм, поэтому мы уперлись вот недавно на стриме, который был, отвечали на вопросы, выполняли дейлики, там завоевание еще немножко было. Дошли до того, что у меня выскочил лимит. Я вроде и попродавал, но все равно как бы лимит, он и в Африке лимит. Даже после продажи лимит никуда не делся, не исчез, потому что там пришло еще событие, где... О, скорость 5, подожди. Так, давай еще одну попыточку дадим. О, вот это уже хорошо.
Ну, ладно, замочек повесим, посмотрим. А, где там Кира, мерзавцы, с мерзавцами, по-моему, да. И там очень много модулей еще различных нападало. Так, поехали тогда дальше по квадратам Гэшки. Посмотрим, что у нас тут. Три скорость. Кстати, можно сразу... сейчас мы, наверное, мы их для начала апнем. Тут уже можно до 9 апать, да? Да. До свидания. Здесь сразу до 12. Эх, в защиту ушло плохо. Хотя можно, в принципе, до 9, а потом, если что... Скорость плюс 5. Блин, дать, не дать. Разок нарастить, не нарастить. Так, понятно. Да сразу 12, наверное, будем делать. Куда ушло? В эффективность. Блин, давай еще разок. Если сейчас со скоростью не взлетит, а оно не взлетело, тогда больше такой херней страдать не будем. А, сразу до 12 делаем, и если скорость выпадает, то должно выпадать... первый жаб сразу должен уходить в скорость. Если не уходит, тогда будьте здрасте. Так, здесь фильтры те же самые, квадраты, МК5, Гэшки. МГшки, Гэшки, скорость 4, нахер, скорость 4, нахер, скорость 4, нахер, скорость 3, нахер. Очень мало. А это у нас что? Это у нас 2, скорость 7. Блин, ну 3, 11. Ну да, и хотя бы... Что-то как-то вообще... Да ну, не, тут прям отвратительно. Замочек даже можно, в принципе, снимать. Я его, наверное, не буду продавать, но он у меня останется, так знаешь, там, третьестепенным персонажем. Возможно, где-то кому-то залетит. Здесь также до 12 делаем. Если выпадет скорость, то сразу пусть в нее тогда апается. О, здесь уже, кстати, скорость есть. И по губе плохо. Ага. Чисто ради экономии времени. Хотя, с другой стороны, можно, типа, апать до 6. Типа, скорость не выпала, экономим денежку, да? Ну, как бы тоже вариант. Тогда давай до 6 апать, если скорости нет. Но если скорость есть, тогда сразу до 12. О, вот это хорош. Вот это прям нормалды. Вот это прям нормалдеска. Ну-ка, давай еще обрадую папочку. Нет? А давай... Разочек 3.16. Ну ладно, давай. Падла. Падла. Что я тебе могу сказать? Скотина. Так, шестерочка у нас где? Примерно здесь. Окей. Так, мимо. Здесь также на шестерочку идем. Ну слушай, походу мы вот таких вот средненьких начальных модулей мы себе нормально насобираем. А вот что прям топ, скорее всего нет. Один ап. Не, не хочу. Не хочу. Такая же ерундовина. Я понимаю, что есть у модулей потенциал, но... Бляха. Не хочу я в потенциал вкладывать ресурсы. Он не такой, как тебе сказать, не такой уверенный, не такой показательный этот потенциал, что ли. Слишком он хлипенький. Так, сюда. О, скорость 5. Здесь можно, в принципе, 12. Получим 9. 2.9, ну 2.9 это, в принципе, подожди, стартовая, блин, 2.9 это хорошо, 2.9, 2.10, так, давай один раз дадим ему возможность, нет, не оправдал себя, все, пошел нахер. Далее идет 6, мимо, сюда залетает скорость 4, можно 12, ну вот здесь, кстати, все ушли, да, скромненько. То есть из 4 мы получили только 13, но тем не менее. Так, и, наверное, еще один все-таки дадим, да? Твою медь. Обида. Опять же, средненький на третьестепенных персонажей пойдет. Учитывая, что у меня много появляется новых персонажей, у меня уже модулей не хватает. То есть у меня некоторые персонажи одеты в модули, в которых не то чтобы скорость плохая, а там как бы скорости нет вообще. Девяточку. Девяточку на один раз только АПМ. Не заходит, значит не заходит. Все. Далее сюда 6.
До свидульки. И здесь у нас что? 3.12. 3.12. 3.12, кстати, не... Ах, не туда пошло. Блин, все не туда. Куда-то, не надо мне открывать это. Здесь чисто скорость 5, здесь скорость 5, здесь понятно. Так, открываем фильтра, наверное, тогда будем продавать всякую нечисть. Скорость 5 нафиг, скорость 5 нафиг. Здесь вообще без скорости туда же отправляешься. Отлично, дальше поехали. Бэшки. Бэшки это у нас фивельветовенькие. Здесь, в принципе, наверное, третий уровень, да, делаем, да. Скорости нет, значит, скорости нет. Угу, до свидания. Слишком жирно. Понятно. Хорошо. О, скорость есть. Давай сразу тогда 12. Вообще ничего, скорость не упала. Ну, кредитов много, я могу себе, так сказать, это позволить. Поэтому... О, скорость 5. Давай. 9. Нет, там 2 ушло не туда, куда мне надо. Опять ерундовина. Ага, здравствуйте, конечно же, очень приятно познакомиться. Угу. Здесь у нас что? Скорость 10 нет. Здесь замок висит. Я его, наверное, сниму разочек. Нет, пока не буду апать. Пока нет. Пусть пока повисит так. 3.11. Вот это на продажу уходит. Это тоже на продажу. Тогда давай мы пока замки повесим, чтобы у нас не было их в списке продажных, так сказать. Таким образом. И вы у нас, перепроверяем еще раз, уходите на продажу. Дальше полетели ашки, это золотые, это прям хорошо, здесь только надо найти скорость, где у нас есть. Мы, в принципе, знаешь, как можем даже сделать? Мы можем сделать вот таким образом, продать там, где у нас нет скорости. Так, здесь скорость есть, скорость тоже имеет место быть. 3.12, а, это уже пошли апанные, да? Уже какие-то апаны поперли. Окей. Допустим, продаем. Дальше. Здесь у меня почему замок? 3.15. 3.15. Ну, такое себе, но пусть пока повисит. Окей, здесь сразу тогда на 12. Блях, ну вот 7 скорость. Ну, конечно, это ну никуда абсолютно. Можно даже сразу на 15. Неважно, третьестепенным персонажем в любом случае будем напихивать. 3.13, тоже несерьезно. Вообще ничего. 3.14, ну пусть повисит пока замочек. Ну мы вроде как продали все, что было без скоростей, туда нет, замочки снимем. Здесь у нас везде так или иначе есть какая-то скорость. То есть если мы даже сейчас отсортируем по скорости, видим, что у нас тут максимальная скорость идет 3.16. Ну, здесь, видишь, 2 апа не туда ушло. 3.15, 3.14. Ну, что-то, тем не менее, есть. Так, ладно, ашки убираем, даем дэшки и стрелочки. Подожди, ну, стрелочки это самое интересное. В смысле, нарасти... А, они уже все 15 уровня. Окей, а если я гэшки возьму? Тоже все 15-го. О, так, отлично, здесь скорость, поехали. Это прям стрелочки, 100% вариант. Это же защиту со скоростью. Но, видимо, я на что-то рассчитывал, оставляю этот модуль. Избегание крит урона. Вот это было бы неплохо тут со скоростью заиметь, но... Увы и ах. Скорость 3. Ну, все не туда ушло, нет. Все не туда ушло. Понятно. Так, до свидульки. Так, бэшки. Ну, кстати, есть тоже первая. Оборона. В смысле, оборона. Ну-ка, хер мне эта оборона нужна. До свидания. Здоровье. До свидания. Опять оборона. До свидания.
Избегание это крит урона не будет сегодня? Защита, понятно. Стойкость. О, стойкость со скоростью. Вот это прикольно. Вот это хорошо. Так, ладно, ашки. Так, слушай, ну здесь определенно надо что-то продать. Давай мы стрелки, ашки. Точность, точность, здоровье, здоровье, атака, оборона. Атака, атака, оборона. Ну, хотя, подожди, со скоростью в допах еще можно оставить. Что я, наверное, поспешил куда-то, газанул слишком. Мало ли, кому куда. Девять скорость. Вообще нет скорости. Избегание крит урона 3 скорости. 3. Понимаешь? Стрелка на атаку. Охуя она мне. Ну ладно. Так, а тут сортировка у меня включена, да? Давай выключим эту сортировку. Да, в принципе, до 15. Я, наверное, что скорее всего эти стрелки пока пооставляю еще. Под вопросом, конечно же. Так, ладно, со стрелками закончили. Ну, с ними проще всего. Дальше идут у нас ромбы. Ромбы ромбические. Поехали, помчали. Что делаем? 12, да? Скорость 5. Ну, скорость 5, с этим можно работать. О, с этим можно, в принципе, работать. Ну, эх, скатился. Сейчас вообще мимо будет, да? Да, сейчас будет мимо. Тогда пока оставляем. Далее здесь опять 12 идет, скорость 4. Ну, разок можно обработать. Понятно, до свидульки. Сюда залетай. Скорость 5. О, давай еще разок. Эх, еще разок делаем. Да давай сделаем, 2.10 в принципе понятно. 2.10 неплохой показатель. А вот дальше, к сожалению, увы и ах. На продажу тоже улетаешь. Скорость 5. Скорость 5 тоже можно. Ну, что-то стартовая скорость 5 выпадает. И часто выпадает, чтобы она второй раз тоже пятюню еще дала. То есть до 10 разгоняемся прям вообще нормально. Дальше не идет ни в какую. Скорость 3. Не буду строечкой работать. Не нравится мне это. Здесь вообще все в молоко так. Как говорится, сюда нет. Далее пам-пам-пам-пам-пум. Скорость 4 на раз, на один разочек нарастить. Понятно. Я к следующей серии по модулям, я, наверное, сделаю еще больше деталей, потому что я сейчас себя ограничиваю, так как последних деталек я все время забываю, как они обзываются, называются. Нафармил только по 500 штук. Вот, вообще их надо так-то по-хорошему для апов делать все-таки по 1000. Вот, поэтому лучше сделать еще реже, но все-таки насыщеннее серию, чем на полпути где-то сдаться из-за того, что у меня не хватило деталек. Так, здесь 12. Там я видел, что там была скорость, но там скорость 3 была, и я с такими не работаю. Так, гэшки поехали. А здесь почему замок? Потому что 2.7, да? Понятно. Нахер тебя. Здесь 2.1. О, 2.11 это хорошо. 2.11 я даже, наверное, еще раз дам. 3.16. Неплохо. Понятно. До свидания. Здесь у нас 2.6. 2.6. Зачем я вообще сюда замок повесил? Серьезно? 2.8. 2.8. Ну, 2.8 можно разок. Хватит. Так, и здесь у меня 2.10. Блин, 2.10 тоже звучит неплохо. Понятно. Так, здесь у нас все проще, здесь идет 9, понятненько, и еще разок непосредственно так, скорость 5, давай 10, нет, тогда до свидания, не хочу с тобой работать.
Так, это у нас гэшки и это ромбы. Ромбы, ромбы, ромбы. Скорость 4, скорость 6, скорость 4. На продажу улетает. Далее, так, также у нас остаются ромбы, но идут вэшки. Ух ты ж, ёшкин, сколько же вас тут. Здесь мы делаем по 6. Да, здесь по 6 мы делаем. Скорость 4, тогда 12. 2.10. Блин. Как же я завидую людям, которые везет на модуле. Вот прям серьезно. А ведь есть такие аккаунты, в которых прям залетают модули просто на ура. Прям что не плюнь, так сразу плюс скорость, плюс скорость, плюс скорость. Угу. Так. Опять мимо. Если останутся материалы, мы еще пройдемся по перспективным модулям, которые апнулись 3 раза и имеют показатель 15+. Если останутся, конечно же, ресурсы. Ну что-то модулей очень много. Прям неимоверное количество. Зачем я 12 сделал? Кто мне расскажет, кто подскажет? Вот здесь надо было делать 12. 2.7 не буду. 2.10, да. 2.7 нет. Буду более критичен. И тогда сэкономлю ресурсы на более... Там троечка была в топку. Хотя за золото можно было апнуть, конечно. Гляди, может, какой-нибудь средненький и выпал. Так, 3... Ну, давай, 12 золота. 2.8, нет. Не-не-не-не. У нас десятка порог входа. Угу. Бляха, от сандалика. Да что ж такое? О, скорость 5. Скорость 10. Вот это хорошо. Вот это мы сейчас зайдем. И выйдем. Так, здесь опять сюда. Да, ну десяток мы модулей, конечно, насобираем походу сегодня неплохо. Что тоже с одной стороны радует, но с другой стороны, блин. Надо уже нормально собирать себе склад по модулям, чтобы скорость была 20+ у всех. Ну или хотя бы 15+. 20+-то, конечно, я уже охреневаю, да? У меня и так больше 50 модулей 20+. Но тем не менее, почему бы и нет? Пачки растут, отряды растут, надо что-то куда-то. 2.9 не работаю, 2.8 нет, вообще 3. 3.11. У нас, кстати, можно разочек слайсануть. Понятно, до свидания. Так, и давай тогда на продажу мы вышки бахнем. Скорость 2.9. Что 2.9, 2.9, 2.9. Там здоровье ушло, атака с обороной. Да, ну, какая-то ерундовина. Пусть отдыхает. Бэшки, поехали. Тут их не так много. Нам тут что надо? Нам тут 3. Да, тут по троечке. Ага. Да что такое? Прям не везет. Что, последний? Серьезно? А эти у нас типа ужапанные. 3.13. 2... Не, подожди, давай вот таким образом лучше сделаем. Сразу на продажу. 2.10 продаем, 2.10 продаем, 2.9 продаем, 2.10 продаем, 2.10 продаем, 3.11. 3.11, ну это херово, если честно, но пока ставлю 2.10, 1.4, 2.10 и 3.13. Остальное пока продаем. Я не буду пока их слайсить.
Хотя они пока такими и останутся, потом, если что, еще вернемся назад. А, здесь сразу продаем то, что у нас без скоростей. Нахрен. Так, ты у нас скорость есть, троечка, но какая-никакая. А, так, тут уже 3.13. А, это уже все, слайсиные пошли. А, так у нас один модуль. Ну, здорово. Да. Понятно. А если по скорости отсортировать, что у нас тут? 3.16. 3.14. Ну, тоже есть над чем поработать, на самом деле. Так. Таким образом делаем. А, едем дальше. Едем дальше. У нас идет дэшка. Дэшка-треугольник. Ох, помчали. Угу. Блин, ну с треугольниками у меня жопа. С крестами, по-моему, еще жопа тоже конкретная. Скорость 4. Скорость 4. На один раз можно зайти. Окей, на второй раз можно зайти. А, 2.10. Ну, 2.10 неплохо. Все, дальше уже не звучит, к сожалению. Так, сюда. Угу. Я понимаю, что там еще слосить можно, слосить и слосить, да, то есть перевести еще в шестую категорию и там еще. Но шестая категория очень дорога для слайсов. Поэтому лучше основу выгонять сразу же до шестой категории, то есть в пятой категории оставаться. Так, на Г поехали. Ой, что-то тут вообще ничего нет. Скорость 3. Ну, давай за золотишко можно разок. Так наращивать, конечно, нахер. Угу. Так, 1.5. 1.4. Ну, это явно на продажу. Прям нарываются жестко. До свидули. Далее поехали, помчали в. О, здесь есть за что зацепиться. Скорость 3. Ну, в принципе, 12. Понятно. А, здесь у нас без скорости. Это сколько нам? 6 надо? 6. Туда же. О. Да, ну что ж такое? Ёп, вашу мать. Как говорилось в одном из кинофильмов. Мы сегодня треугольника-то ни одного не поймаем, да? Угу. Нет, слушай, треугольники прям не хотят, не прут вообще. О, потенциальный. Потенциальный провальный. Понятно. Да что такое, слушай, вообще скорость не выпадает. Я не говорю про то, что она не апается, она в принципе не выпадает. Окей, давай посмотрим, что у нас тут уже есть. 2.6 говно. Вообще ничего. 2.9. 2.8. Ну вот 2.9, давай разок дадим ему, понятно. Нет, треугольники, походу, не мое. Что-то треугольники прям не хотят. Ладушки, шоколадушки. Так, бэшку поехали. Так, тут уже есть базовая. Но она не апнулась от слова вообще. Угу. Если где-то вдруг ты увидел какой-то хороший модуль, не имеющий скорости, но какие-то допы хорошие для того или иного персонажа, то обязательно говори. То есть, например, там был треугольник на стойкость, там было до хрена здоровья, можно было бы поставить, я не знаю, Enfisness, например. Вот, потому что по модулям я только учусь, как говорится. И есть над чем поработать. Здесь у нас что? 2.10, 2.9,
2.10, 2.9. Все на продажу, понимаешь? Все, просто все. Ох, жесть. Так, ладно, вся надежда на золотые. На золотые, но их сначала надо продать, те, которые без скоростей. Сейчас, прикинь, все продам. Нету, 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 нету. Нету, нету, нету. Бляха, я же это в шутку сказал, вы что творите? А, вот, один со скоростью Е. Сычар, а вот два даже есть. Три есть. А все, дальше уже апаны пошли. Ну, слушай, три это уже показательно. Давай сразу 15. Во, смотри. 3.15. С этим можно чуть-чуть поработать. Пятерка, сука. Я даже не буду такое оставлять, позорный модуль. Прям убогий, как моя жизнь. 3.13. Над этим мы еще работаем. Так, и что я тут могу продать? Давай я их пока по скорости отсортирую. Вообще нет, вообще нет, вообще нет, вообще нет, вообще нет. Скорость 3 идешь нахер, скорость 4 идешь нахер, скорость 4, скорость 5, скорость 8, скорость 9. Все остальное свыше 10, свыше 10 я оставляю пока что. Потом буду десятки продавать, буду оставлять только пятнашки. Ладно, круги тогда поехали. Круги поехали, дэшки. Вот здесь тоже разгуляет душа, в принципе их много. Во, пятюня. 2.9. 2.9, ну можно дать еще один шанс. Все, понятно. Ну, бляха, модуль, я тебе давал шансы, ты их просрал. К сожалению, увы, ах. С тобой мы сегодня расстаемся. Возможно, даже попрощаемся. Четверке даю всего один шанс. И она его не воспользовалась этим шансом. А зря. А зря, а зря, а зря. Значит, будет продано. Что я могу сказать? Так, понятно, улетай. Туда же. Скорость 3. Не хочу. Зажрался я. Скорость 4 на разок. О, ну еще на разок тогда можно. О, слушай, ну тогда можно еще разок. Все, дальше я тебя пока не трогаю. Пока ресурсы берегу, храню на что-нибудь поинтереснее. Мы потом просто отсортируем по скоростям. И возможно что-то где-то взлетит. Самые скоростные мы в любом случае еще попробуем послайсить немножко. До шестой категории переведем только самые топовые, которые все-таки будут показательные. Угу. Но для начала, наверное, над старыми модулями еще поработаем. Потому что были у меня вроде как модули, которые имели 4 апа по скорости, но уже в шестой категории. То есть их надо просто дослайсить немножко. Там буквально один раз, чтобы выпала скорость, и будет прям чики-факи. И чики-факи, и чики-пуки, и все будет вообще заебумба. Так, скорость 4. Ну, можно здесь разочек, в принципе. Все, понятно. Так, далее, 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 далее. Дэшка. Дэшка залетает у нас. Почему здесь висит? 2.9, 2.9, 2.9. Ну, можно разок. Понятно. Здесь что висишь? 2.7. Такое себе мероприятие. 2.9 можно разок. До свидули. И все, ничего нет. Окей, так, тут у нас 9 идет. Мимо. 4. Ну, 4 это 12. Эх. А ведь был шанс. Так, это 9. Скорость 3. Угу. Так, что-то пока затишье опять, да? Периодически бывает, что стреляет, но быстро достаточно тухнет. Понятно.
Базовые заметь скорости тоже пока что маловато. Нет вообще. Стоять. Нет, все-таки на продажу. Окей. Так, здесь у нас что? 1.4. Это мы уже что? Это мы уже на круги перешли. И это у нас Г1.4, 1.4, 1.4, 2.7. Ну давай 2.7 все-таки, наверное, еще разочек капнем. Прям дадим шанс. Нет, нет, нет. Увы и ах. Ладно, вышки. О, вышек прям много. Но синих модулей всегда много. Что уж тут говорить. Они падают на постой налево и направо. Угу. Ну давай, базовая эта скорость где-нибудь будет, нет? Не хотит. Удача отвернулась. О, так. Ну, троечка, 7, нет. Нет, 2.7 не хочу. О, вот это хорошо. 2.10. Ну, 2.10 это разок. Это разок прям буквально вот сейчас. Если да, то нет. Все? В смысле как? У меня деталей было минимум 500. Да ладно. Охренеть, не встать. Я тебе говорю, у меня самое малое количество деталей было. 556 или 559. Неужели они так быстро улетели? Ебануться. Не должно было такого произойти. Где-то я не доглядел. Я прям растерялся, если честно. А ведь это еще круги. Синие круги. Мы же еще дальше не пошли. У нас еще кресты есть. Фиолетовые, золотые круги у нас еще есть. Тогда надо будет пофармить деталя и сделать тогда, наверное, еще одну серию, знаешь, не фарм, а полировка. Полирнуть то, что у нас уже есть. То есть дослосить прям жестко. Я тогда всех деталей нафармлю по 1000. Да. И сделаем тогда еще разочек. Надо будет полирнуть все те модули, которые у нас сегодня останутся. Ну и надо будет еще продать, кстати, очень много. Чтобы было место под старое. Ой, под новое. 2.10. Ну, разочек. А, ну разочек. Так, ну разочек я не могу. Все, я из синих не могу фиолетовые перегонять. У меня деталей нет, прикинь. Охренеть, а как я так лоханулся? Так, 2.7 нет, 2.9 пока оставляем, 2.9 оставляем, 2.10 оставляем. Окей, так, поехали бэшки. Блин, о, шляпа. 3.12, 3.12 можно. Но тоже нарастить не могу, потому что детальки этой не хватает. Зато вот эти еще могу наращивать. То есть ничего страшного, мы уже установленные модули еще посластим немножко. Посластим? Посласим. А, так, здесь я тогда что попродаю? Скорости нет, 2.9 нет, 2.9 нет, 2.10 нет, 2.10 нет, 3.12 да, 3.13 да, 3.14 да. Ага, так, ну поехали тогда в золото. Сразу же продаем то, чего у нас не имеет скоростных характеристик. А у меня, судя по всему, таких много, если не все. Уже 15 уровни поперлись.
Тоже не имеющая скорости. А, вот все, уже тут есть скорость. А, подожди, тут первого уровня. А, ага. А, так тут сортировка же по скорости стоит. Все, дальше уже скорости есть. Окей, так, ладно. Так, сюда. Угу, 7. Охренеть. Из 5 в 0. Из 3 в 10. Из 3 в 13. И дальше уже все. Ладно, кресты. Кресты. Давай мы тогда сразу с золотых крестов, наверное, начнем. Сортировка у нас также стоит по скорости. И у нас получается везде скорость есть. Да ладно. А, твою мать. Дебила кусок. Так, 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 так. Так, так, так. Я говорю, с крестами жопа. Да, даже слайсануть нечего. Охренеть. Давай хотя бы бэшки. Да. А чё кресты-то так не зашли? Прям что-то обидно. Вообще ничего. Три. Ну давай троечка хоть удиви. Блять, шесть. Только хотел сказать, удиви меня. Но нет. Хотя нет, удивила. Своей бездарностью. О, пятюня. 2.11. Бляха, ну как же так отвратительно-то? 2.11. Нет. Там 3 хоть сколько-нибудь должно быть. 3.15. Ну не 2.11. Ну что это такое? Жесть. Два десять, два одиннадцать, три двенадцать, ну три двенадцать еще оставлю, так и быть. А, так, ладно, поехали в. В. А, подожди, в. Кого не в? Дэшки. Дэшек тут хиролиард просто-напросто. Их-то мы еще можем слайсить. Давай, 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 давай. Блин, как я так детальё-то не рассчитал? Я специально еще набивал, набивал, набивал побольше. Смотрю, всего там уже свыше 500. Думаю, ну все. Дальше энку трачу просто на фарм модулей, чтобы модулей было побольше, вариативность побольше. Оказывается, ни хрена не хватило. Ну тебе здрасте. Скорость 3. Угу, пода 3. Так, сюда. Понятно. Все, уже начал мазать. Сегодня в шутаны играть не буду. До свидульки. До свидульки у пятюльки. Ну давай, 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 давай. Скорость 3. Прямо нет. Какой пятна... А, скорость 5. Бляха, ну давай еще разок дадим. Эх ты ж, ск, мать твою. Не зашло. Так, ладно. Г. Г, 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 г. Это у нас 9. Мимо. Слушай, крестов вообще как таковых модулей не так, что и много.
А на скорость, заметь, их вообще практически нет. У меня на Малаке до сих пор, по-моему, крест никакущий стоит. Скорость 4. А если так? Понятно. Не хотишь, как хотишь. Мое... Ага. Как это говорится-то? Мое дело предложить, ваше дело пойти нахер. Угу. Так, здесь у нас что? А почему не продано? Что ты меня путаешь-то? Ну, вышек не так много на самом деле. Ага. Так. Какие упоротые кресты-то? Вообще ж не хотят, слушай, понимаешь? Вот прям нет. Че, бойкотируете, что ли? Я не понял. Что за забастовка? О, блях, я уже троечки радуюсь, понимаешь? Когда вижу три уже. О. Сюда. Так, давай. Вот ты сейчас просто взлетишь, пушка космос. Хуй там. Не, ну слушай, кресты реально какие-то заколдованные. Они вообще со скоростью не дружат. Три. Опять три. И эта троечка сейчас еще и не апнется. Ни хрена. Четыре, да нет, нахер. Ой, вот эта пятерочка, вот это хорошо. Да. Так, 1.4, 1.5, 2.7, 2.9. Ну, 2.9 я еще оставлю, хрен с ним. Кого, куда я тебе поставлю? Так, а бэшки мы уже смотрели. Да, бэшки смотрели. Окей, тогда каким образом мы сейчас поступаем? Мы сейчас попробуем послайсить. Так. Убираем. Делаем сортировку по скоростям. Стрелки. Не, стрелки нам не надо. Мы их сразу, наверное, уберем вот таким вот образом. Во, и поехали. Здесь стоит замок. Почему? Здесь 5.27. Здесь, в принципе, замок стоит убрать. Здесь у нас... А, подожди. 5.27, 5.27, еще один, оба на Кайло, кстати, стоят. 5.27, при этом еще нарастить. Ну, мне куда наращивать-то? 5.26, замок тоже снимаем. Здесь тоже 5.26, 25, еще 25. 24 поперли немножечко совсем. Тоже 24-й замок тоже снимаем. Так, 23-й пошли. Ага, вот у нас четверки пошли, да? Но здесь я сниму. Это неудачный слайс. То есть хотел добить, с четверки до 5 не вышло. Здесь 5.22 уже есть. Здесь тоже 5 раз апнута скорость. Здесь тоже уже 5 раз апнута. Такая же ерунда. То же самое. Бляха, где перспективные четверки-то? Еще замков понавешивал за коим-то хереном. Вот здесь. 3.17. Так, все, поперли, походу. 3.17. Ну, 3.17 надо брать. 4.22, видишь? Как бы всяко разно вперед. Так, 3.17, 3.17 еще... Почему не могу нарастить? А, на кузнеце стоит? Ёб твою мать.
Так я, наверное, переставлю тогда пока на босска временно. И на боске апну. Таким образом. 3.18. 4.22. Во. Бляха, один раз. Один раз. У тебя две попытки осталось. Один раз, дай мне скорость. Один раз, игра. Один раз, сука, я тебя прошу. Один раз. Один. Да пошла ты нахуй. Так, 4.18 Падмы, 4.16. 4.16. Да тоже давай на боске будем все это делать. А, надо же подтвердить, да. 4.17. Здесь тоже один раз надо, и мы за 20 перевалим, это уже, в принципе, хорошо. Во, еще и 6. Это 23. 5.23. Окей, все, не трогаем тогда пока. А, едем дальше. ГЭС 3.15. А, нихера, это уже шестой категории было. Блин, шестой категории, наверное, не надо было. Или что, да, в принципе? Ну, видишь, два царик есть. Не выгорело. Так, там где-то было, где рядом ГЭС. За ГЭСом следующий модуль. 3.15. Это перевод сюда. 4.20. Во. Нет, не хочет. Так, ты. А, ну, это тоже надо на боска переставлять. 4.22. Бляха. Ну что-то залетает, что-то не залетает. Ну, а как? Без этого никак. Что максимум? Почему тут максимум? А, на нем вообще четвертой категории модуль стоит. Нихера себе, здрасте. Дальше не пойду. 3.14. Твою мать, у меня треугольники стоят. Бляха. Я-то думаю, что не так. А это треугольники у меня тут стоят. Во, хорош. ГСУ скорости немножко дали. 5.21. 5.21. Подожди, подожди, подожди. А где тут мы можем еще чего-нибудь, кого-нибудь? Асока 3.16. О, 4.21. Ну да, еще разок. Есть. 5.25. Хорош. Еще одна 25-я в коллекцию приехала. Так, 5.24 уже стоит. 5.23 замок снимаем. А, 3.16. Во, выдеру немножко, малеха. Так, ладно, выдер, я к тебе еще вернусь потом обязательно. Так, тут у нас 3.16 уже не могу. А почему не могу? А, в шестую категорию не могу переводить. Деталик не хватает перевести в шестую категорию. Это я не буду при всем желании. Тут 3.15. Ну, разочек можно. Эх, эх, эх. Так, тут тоже 3.15. Нет, тут уже все, не взлетает, походу. Во. Хорош, 4.21, Дукич стал поскоростнее маленько. Так, это не могу, не могу, не могу. Не могу же, не могу. Три пятнадцать. Все, это был последний. Это был последний, 4.20. Слушай, ну за 20 мы все-таки перебрались в некотором количестве модулей.
Вот. Всяко-разно стало у нас неплохо. Вот, кстати, на кузнеца только единственное, что надо модуль вернуть какой-нибудь. Где у меня вообще кузнец-то? Ку. Ку-ку-ку-ку-ку-кузнец. Так, ему, наверное, надо... ну по скорости уже стоит, да? Без разницы какой. Просто чуть-чуть побольше скорости и все. Ладно, тогда что? Тогда я буду делать все-таки на детальем поработаю. И сделаем тогда полировалку. Ну, все равно в любом случае уже час вышел. И будем еще тогда вернемся и будем полировать. Будем смотреть, что где как, что-то где-то полирнем, что-то где-то еще подпродадим. И потом уже, наверное, после следующего раза, уже займусь, наверное, ремодингом. Вот прям жестко соберу консилиум и буду заниматься ремодингом. Ну а на этом у нас все. Если интересно, то обязательно подписывайся, ждите в комментариях, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман, и да пребудет с нами сила.